День воскресный, день чудесный, а я спешу к вам с новой жизненной историей. Как живет электрик? Да, друзья, вы не ослышались. Сегодня главным героем нашего выпуска будет электрик, которому в его работе, нелегкой работе, помогает также жена. В этом выпуске я задам прямые вопросы. Сколько удается зарабатывать в месяц? Где живут? Почему выбрали этот район? По какой цене покупали квартиру? Сколько платят за нее ипотеку? Какие планы на будущее? Сколько времени тратят на работу? Как ищут новых клиентов? Ну а изюминкой это будет предыдущее место работы человека. Ведь электриком он был не всегда. Вот обо всем этом мы сегодня с вами поговорим. Это будет действительно душевный и полезный выпуск по своей смысловой нагрузке. Поэтому слушайте внимательно. Приятного вам просмотра. По окончанию жду ваше мнение в комментарии. Мы начинаем. Знакомьтесь, друзья, главный герой нашего сегодняшнего выпуска Виталий, 38 лет, электрик. Правильно? Да. Вот да. Именно электрик. Сейчас да. Только электрика, ничего другого. Вот. Обо всем этом мы поговорим, потому что тебе еще в твоей профессии помогает жена. Да. Сейчас мы находимся в жилом комплексе «Пригород Лесное». Это такой целый микрорайон построился. И здесь, годом ранее, если я не ошибаюсь, мы уже снимали выпуск. Тогда одной из проблем был общественный транспорт. Люди утром не могли уехать. Людей много, транспорта мало. Администрация, насколько я знаю, пыталась там выделять плюс маршрутка, плюс автобус. Но все равно, казалось бы, были шажки. Особо были. Это вопрос не решало. На сегодняшний день как изменилась ситуация? Да вот то же самое. Или если чаты посмотреть, вон там километровые очереди. Ну, сейчас, может быть, кстати, вот... Ну, день уже, да. Да, когда еще и потеплело, дороги расчищены. Там, может быть, все ходит. Для того, чтобы вспомнить и понять, почему здесь люди бесконечно жалуются на трафик, вот я вам открываю карту с космоса. Пригород Лесное находится буквально в 10 километрах от МКАД. Это не жилой комплекс, это целый микрорайон. Но построен он в окружении частного сектора. И по кадрам это прекрасно видно. Раньше здесь у людей были дачи. Застройка идет бешеными темпами, и, как говорит Виталий, она, в принципе, вроде как закончилась. Да, я покажу ребятам, прям по-живому. Друзья, это через камеру, понятное дело, не передать. Вы посмотрите, сколько домов еще. Я вам выведу кадры с космоса, чтобы постараться передать всю ту картину, что здесь строится и сколько здесь уже построено. И весь этот поток людей выезжает вот на такую маленькую дорожку. Ее еще местами расширили. Где-то стало две полосы в одну сторону, две полосы в другую сторону. Вот, собственно, я вам участок дороги показываю. Дома сдаются. Сейчас люди будут их заселять. И вот когда жилой комплекс будет заселен на все 100%, вот это будет интересно посмотреть. А вот недавно, позавчера, когда тут вот сугробы, все завалено, это просто коллапс. Просто вообще пробка недавно была, там все черное было на Володарке. То есть вообще не заехать, не уехать. Люди вечером вот приезжали в час ночи к нам сюда. А здесь уже просто их, не знаю, уже 30 тысяч, наверное, здесь вот со всего этого. Вот обратите внимание, что проблема еще заключается в том, что здесь в шаговой доступности нету метрополитена. И поэтому в любом случае все те, кто здесь но живут... Но продают... Что оно здесь рядом. Типа? Да. А какую станцию метро отмечают? Домодедовская, Красногвардейская. Ну, до которой как раз ехать часик полтора. Нет, днем, может, можно за 30 минут. Но днем, да, друзья. Летом. Но на работу мы все едем не днем, а утром, когда все. Слушай, Виталий, здесь прямо по-живому хочешь задать тебе вопрос. Вот в этом доме, правильно, у тебя квартира? Здесь. В соседнем, вот. Да. В этом доме, друзья, пожалуйста, смотрите, внешне, да, вид, ну, симпатично. Ничего да. не скажешь, как бы, кирпич приятный, не старый дом, своя атмосфера, детские площадки насыщенные. Очень то есть, много. Друзья, да, ну, недавно мы ездили отдыхать в Дубай, кто ролик пропустил, посмотрите. Вот такие площадки здесь, в Московской области, по Москве, это просто... В Дубае такого и близко нету. Поэтому вот что-что, у нас тоже есть свои огромные плюсы. И площадки большие. Но здесь все дворы разные. И все дворы разные. Отличаются. Да. Где-то парковки вообще почти нету. Вот если вот туда перейти, там вот такой вот закуток, и все, там машина на машине. Здесь тоже машина на машине.
Ну вот здесь вот это прям самый, наверное, огромный такой вот двор, где просто вот даже, как по мне, избыток детских площадок. Ну и, собственно, давай задам тебе такой интересный вопросик. А где ты жил до? Жили с мамой. Так. Вот. И в какой-то момент уже стало тесно. Прям вот совсем тесно. Прям решили, в общем, продать квартиру и разъехаться по разным местам. Ну, извините, перебью, чтобы просто понятно было. Ты жил со своей мамой вдвоем, да, в квартире на Домодедовском. Да, ну, вот, однушка. Двореху, однушка. Да. А потом к тебе жена приезжает или как? Это мы потом познакомились, когда я сюда приехал. А, вот так вот. Вот все, все здесь началось. Ага, вот место любви. Да. Значит, получается, вы продаете квартиру, мама куда уезжает? Щербинка. Почему пригород Лесное? Это было, по-моему, 5 лет назад. Везде смотрели, именно студию. Смотрел студию для себя один, я тогда холостяк был, думал, студия, круто, все вообще ништяк, все будет мое полное пространство. Смотрел везде, дорого. Это еще по тем временам дорого. Здесь ЖК только вот первая очередь была, несколько домиков, студии, по-моему, 1 700 000, угу, где-то так. И по деньгам посчитали, маме побольше, мне поменьше, мне много не надо. В общем, решил здесь, ну, приехал, посмотрел, как район устроен, магазинов почти нет, людей нет, смотрю, такой лепота. Купил, заехал, стал обустраиваться. Это я еще тогда работал, не электриком. Ага. Кем работал Виталий до этого, конечно же, расскажем. Народ голосует рублем. 1 700 000 рублей за студию по тем меркам было дорого. Но он выбрал этот жилой комплекс, потому что в сравнении с конкурентами цена была наиболее привлекательной. Давайте посмотрим, какая картина сегодня. Мы открываем с вами доски объявлений. Вот это, да, где я вам сейчас мышкой здесь елозию. Это новые дома. Ну, вот тыкаем. 25 квадратных метров студия, 5 000 000 рублей. Двухкомнатная квартира, 33 квадратных метра, 7 200 000 рублей. Как вам такие цены, ребята? Двушка, 52 квадрата, 8 000 000. Если мы посмотрим вторичку, вот, однокомнатная, 6 900, 38 квадратов. В общем, цены вот сегодня действительно удивляют. Сейчас нам нужно немножко прерваться, и далее мы продолжим. В преддверии Нового года все люди заняты подготовкой к праздникам, а руководителям бизнеса предстоит принимать важные стратегические решения, которые определят дальнейшее развитие компании. И вот прямо сейчас наилучший момент выбрать систему налогообложения на будущий год. Распределить бюджет и определить своих партнеров на будущее. Первый в России бухгалтерский конвейер МАКА предлагает упростить финансовую нагрузку и взять на себя особо чувствительный участок вашего бизнеса – бухгалтерию. Вы можете попробовать использовать МАКА для определенного участка работ, например, расчет зарплаты или НДС. Или полностью делегировать бухгалтерию профессионалам. С помощью МАКА вы получите доступ к целой команде узкоквалифицированных специалистов, из которых состоят бухгалтерии больших корпораций. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что один штатный бухгалтер не может обрабатывать огромный поток информации и поддерживать актуальные законодательные нормы, которые, как вы знаете, всегда меняются. А вот конвейер МАКА никогда не упустит ничего важного. Всегда поможет принять правильное решение, минимизировать налоговое бремя, освободит вас от поиска и найма профессиональных кадров и до 80% может сократить расходы на содержание бухгалтерского штата. А вот теперь первый тестовый месяц работы МАКА предоставляется абсолютно бесплатно. И вы в любой момент сможете беспрепятственно подключиться и при желании продолжить сотрудничество. И еще раз хочу напомнить, что с момента основания МАКА ни разу не поднимали цены на свои услуги. И 2024 год тоже не станет исключением. И в дальнейшем всего за 2000 рублей в месяц вы получаете бухгалтерию уровня больших корпораций. На вас будет работать не один сотрудник, а 6 специализированных департаментов, готовые взять на себя все вопросы, связанные с бухгалтерским и налоговым учетом. Большим плюсом является полная материальная ответственность, отсутствие трат на ПО и бесплатный аудит на старте. А ссылочка на МАКА Эксперт уже ждет вас в описании. Оставляйте заявку и получайте подробную развернутую консультацию. Вот, очень понравилось, прям вот реально понравился ЖК, тот еще маленький, там 1, 2, 3, 4, 5, 6 домов было, 7. Людей нет вообще, красотища. По интернету с женой познакомились.
приехала ко мне, стали жить вместе, обустраиваться. Вторая очередь, третья очередь. И вот опять немножко про ЖК. Вот здесь уже вот совершенно другое. Когда вот я приезжал сюда, выбирал этот ЖК, это совершенно другая была история. Здесь реально было свободно, просторно, ничего нету. Ни пивнушек, ну там одна была. И все. А вот со второй очереди, с третьей, с четвертой, с пятой, сейчас тут уже просто работы много. Продаете когда-то уже? Да, вот потому что мы когда стали там жить и занялся электрикой, а у меня там чемодан, все увидите, покажу. Места стало вообще ноль. Кот большой бегает, носится. Студия была, ну вот... Ну, скажи, площадь какая, 20 квадрат, 28. 25, наверное, так. Ну, комната, вот. Сам комната, вот какая-то такая. Здесь у нас кухня, здесь кровать, которая откидывается, здесь рабочая зона, тут шкаф, там коридор. Ну, то есть вообще не развернуться, вот так приходилось ходить. Знакомая история. А как квартиру здесь купили? Я вообще не люблю движ всякий. Это вот Оля у меня любит. У нас выключили электричество, пошла погулять. Я там на работе был. Потом, когда я пришел домой, говорит, смотри, пакет самолет показывает. Я говорю, что это такое? Говорит, пойдем квартиру покупать. Я такой, ну что, как? Ну, в общем, купили двушку. Студию продали, и первый взнос по ипотеке, и двушка. Мы заходим с вами в гости к ребятам. 56 квадратных метров, двухкомнатная квартира. Ремонт изначально был сделан от застройщика. Но сейчас они его активно переделывают по мере поступления финансов. Прихожая, я вам покажу кратенько квартиру, но чтобы вам было в целом понятно. Пойдем со мной потихонечку. Налево мы уходим, нас встречает кухня. Кухня, ну, действительно большая, посмотрите, светлая. Кухню, естественно, они уже делали и покупали сами. Застройщик такие не дарит, но кухня прям, друзья, действительно большая. Плюс еще тот, что из кухни мы с вами выходим на полноценный балкон, который можно при желании утеплить. Он, конечно, не такой большой, но балкон здесь используется как хранение рабочих инструментов. Подходи ко мне ближе. Как раз с окошка я вам покажу, какой вид открывается на двор, чтобы вы понимали. Само собой, в квартире один санузел в виде туалета и одна ванная. Вот так это дело выглядит. Ванна имеет у нас постирочную зону, назовем ее, сушилка, стиралка. Вот так, на самом деле, как говорят, все самый лучший вариант. Если ты не хочешь вещи сушить дома, когда покупаешь машинку два в одном, у нас такая была, есть, ну, не то, не так хорошо они сушат. Вот такой раздельный вариант самый лучший. Поэтому те, кто вдруг ну, там, ремонт делают, заезжают, имейте в виду, это действительно самый толковый вариант. Туалет. Тоже постепенно все они переделают, потому что, например, местами лежала плитка. Сейчас вот где-то уже кладут себе там, ламинат или кварц-винил. Сейчас нам Виталий об этом обо всем поподробнее расскажет. Первая комната, она же гостиная. Здесь, собственно, у них, скажем так, чилл-зона, рабочее пространство, компьютер и прочее. Можно завалиться, телевизор здоровый, посмотреть кино, домино, музыку послушать. Виталий любит кальян, то есть некоторые... Из вас тоже любители этого дела. Ну, собственно, такая вот уютненькая домашняя атмосфера. Пойдемте посмотрим спальню. Ребят, зацените, а? Все, лайк. Вот это давайте, ну, пожалуйста, ради кота. Элвис, смотри, какой хороший. Мощный, добрый, такой, знаете, лощеный, чистенький. Прям вот он мягенький. Я прям представляю, как с ним можно лечь. И он с тобой завалится, такой мурлыкает тебе. Ну, такой классный кот. Как бы такое ощущение, знаете, складывается, что он такой толстенький, но на самом деле, если его постричь, то он не особо-то и толстый. Спальня, в принципе, тоже большая, потолки высокие, вид открывается в такую спальную зону. Подойди, пожалуйста, покажи поближе. То есть у тебя под окном парковка, как раз прям под окошком у Виталия стоит его автомобиль. Вышел из дома, тут идти близко. Ну, опять же, самое главное вовремя приехать, поставить машину, потому что сейчас день рабочий, люди разъезжаются, но вечернее время... С парковками в пригороде Лесном и в подобных ЖК, как мы сказали, проблемы бывают. Ну что, пойдемте пообщаемся дальше с Виталием. Вы продаете вашу квартиру, однокомнатную, вот эту студию, по какой цене? 3500. В этом доме ребята находят двухкомнатную квартиру 56 квадратных метров по цене 6200. Первоначальный взнос по ипотеке сколько вы сделали? Три.
3 миллиона рублей и берут ипотеку на 20 лет под ставку 6%. Ставку 6%. Это просто тогда была какая-то программа специальная, и вот да. мы прям в нее прям вот впритык попали. И на сегодняшний день у вас платеж 26 тысяч. Чтобы вы понимали, если открыть какие-нибудь доски объявления, я думаю, в аренду двушку твою взять, это 1035-40, да. а то, может, и больше. Все зависит от ремонта, потому что, казалось бы, мы сейчас за МКАДом до метро рукой не подать, но, тем не менее, ценник будет нехилый за аренду. А тут повезло, ты платишь, можно сказать. Итак, мы с вами переходим ко второму блоку и детальнее поговорим о работе Виталия. Работает он электриком. Пойдемте посмотрим на его рабочую машину. Тем временем мы перемещаемся к твоей рабочей лошадке. Презентуй, открой, пожалуйста, машину. Она сейчас открыта уже. А что это? А ты уже открыл, да, когда мы подошли? Я думал, то, что можно не закрывать, никто Ford не возьмет. Fusion. Иди покажи. Старенькая машинка. За рулем Оля. Потому что я там дела делаю и прочее. Какого года машина? 2008. Пробег у нее? 140 где-то сейчас. На одометре или прям точно 140? Наверное, знаешь? Побольше чуть-чуть. Побольше. Вот. Потому что покупали уже БУ и прочее. Угу. А вот тут уже рабочие моменты всякие. Иди показывай. Просто, друзья, вот атмосфера, машина электрика рабочая. Что лежит? Расскажи, что здесь? Самый основной инструмент, мешки для мусора? Здесь сейчас ничего не лежит, потому что все дома. Ага. Вот, машина тут стоит несколько дней уже. Потому что мы с вами работаем по ЖК. У нас на машине ездим, ну, наверное, 10% времени. Багажник, он весь забит ящиками с инструментами, прям вот весь. Слушай, ну расскажи людям, какой инструмент у тебя есть, что вообще у тебя представлено. Ну, давай начнем вот здесь. Это полностью вот рабочий укомплектованный кейс, ящик. Три ящика, пылесос обязательно. Без пылесоса это вообще не работа, я считаю. Нижний ящик, там весь крупногабаритный инструмент. Это дрель алмазного сверления, коронки, штроборез, клещи для прессовки, фен. Ну, в общем, вот все внизу. Там, наверное, 60 кг. В среднем ящике лежит всевозможная расходка для разметки инструмент, для заделки штроб и вот всякая вот такая. Здесь вот самый, наверное, дорогой ящик. Здесь ручной инструмент. Там все есть. Ну, рассказывать про это можно бесконечно. Ну, кратенько, что там? Стриперы, кримперы и так далее. Для зачистки проводов. Для, в общем, все для работы с кабелем. Угу. Косогубцы, плоскогубцы, кримпер, стримпер, кабелерезы, несколько вариантов, дублирующие какие-то. Для прессовки гильзы, всевозможные клещи, ключи и так далее. Понял. А вот еще и портфельчик. Там тоже инструмент, часть дублирующая, часть микро. Это чисто походный такой вариант. Ну, я с ним всегда хожу, потому что там тоже и расходка лежит, и инструмент. Вот тут видно все внутри и так много всего. Слушай, здесь. Виталий, сколько вот такой весит, не знаешь? Наверное, за 100 килограмм вот это все будет. И то есть, получается, ты его берешь, да, и потащил сначала на лифт да. до машины по снегу. С этим надо вот еще протащиться. Да. Потом зимой это очень постепенно, тяжело. То есть это так подозреваю, что-то типа как стеллаж или что это? Или это какая-то это продумка, телега, да, это Милуоки. короче, специально профессиональный. Да, да, это прям вот самый дорогой, дороже нету. До этого были там на балконе стоят ящики из Леруа, вот этих всех, ломаются. Вот ломаются при наших нагрузках, потому что многие просто приезжают на машине, выгружаются и так все аккуратно. Мы здесь по району все это катаем, это в безбожных условиях, вот прям хардкор, как вот настройки. Катается по грязи, асфальту, вот все что угодно. Вот только вот эта штука помогает все это преодолевать. И не ломаться, это самое важное, потому что это все очень дорого, когда ломается. Это, короче, конечно, я правильно понимаю из твоего рассказа, что на сегодняшний день, когда речь заходит о покупке оборудования, то ты на нем не экономишь? Вообще нет. Последние деньги готов тратить на любой. Берешь все самое топовое, лучше, потому что это, внимание, инструмент, который тебе карманчик пополняет, верно? 50% это инструмент, на самом деле, деньги зарабатывает. Потому что если купить, если профессионально подешевле, уже это и работа не та идет, верно? Это дольше. Сложнее. Это и сложнее, и можно совершить какую-то ошибку из-за человеческого фактора, когда все там плоскогубцами зачищается. Мне надо 11 миллиметров, допустим, чтобы в розеточку все было. Есть стрипер автоматический, все готово.
Электриком Виталий работает последние 4 года. В начале выпуска я сказал, что есть изюминка по его предыдущему месту работы. Давайте кратенько послушаем историю, где он работал до. 17 лет проработал в сфере IT. После школы ты уже начинаешь увлекаться IT. Длительное время ты работаешь в этой индустрии, которая одно время вызывала фурор, и сегодня она там дико развивается. Но в какой-то момент ты переключаешься и выбираешь вариант пойти в электрики. Тогда это только-только начиналось. Это было, я бы сказал, золотое время. 2001-2005 год. В колледже всему этому очень быстро стал обучаться. Сайты, сети. В то время еще хакерство было легально в какой-то степени. И этим всем тоже занимались. В общем, было просто волшебное время. Там всему научился. В основном это вот веб-разработка, сети, вот эта вся история. То есть это не вот то, что сейчас модно, популярно, всевозможные там чат-боты, вот эти все нейросети. Тогда про это вообще никто не думал. Тогда все это было в дефиците в плане специалистов крутых. Это можно часами про это рассказывать, потому что если я увлекусь и прочее. И вот за 17-18 лет вот во всей этой истории, это я очень коротко рассказываю. Вот уже вот надоело. Так сказать, перегорел. Очень часто я встречаю айтишников, да, которые вот именно отмечают это слово перегорел. Перегорел, да. Перетренированность, вот это все. Поначалу, когда ты рассказываешь, я тебя прям понимаю, что глаза горят, ты прям кайфуешь, ты вспоминаешь свои юношеские годы, когда все это начиналось. Когда я попросил Виталю кратенько рассказать, чем он занимался до и почему он решил уйти, краткий ответ занял порядка 30 минут. Человек рассказывал, как он получал высшее образование, где работал и так далее. У него есть награды. Да, показывай ребятам, рассказывай, что это такое. Это MVP, наиболее ценный профессионал в отрасли. Там много номинаций было. Я был по Windows Live. Так. Если это еще кто, может, помнит. Это вот тоже 2009 год. Вот здесь вот все года отмечены. 5 лет у меня это было. Тоже вот наградка такая. Угу. У него под диванчиком спрятана профессиональная литература. Ты сказал, что там у тебя база знаний лежит. Покажи, пожалуйста, основные книги, какие ты читаешь, какую ты книгу, может быть, можешь порекомендовать людям. Вот все, что связано с алгоритмами, со структурами данных. Вот подобного рода книжки, вот все, что про код, как писать, что писать и так далее. Это все вот. Прям, ну тут по маркетингу очень много, ага, тоже маркетинг изучал. Но мы не делаем акцент на его прошлой работе, потому что IT у многих уже вот здесь, надоело. Давайте общаться больше про текущую работу, ведь дальше примет участие еще его супруга. Потом ты решаешь уйти в сферу электрики. Как ты вообще до этого додумался? Что тебе пришло в голову? Почему ты решил электрика? Все естественным образом. Студия. Ремонт от застройщика, нужно делать там дополнительно. Розеточки, плинтуса менять, вот это все. Поскольку у меня математическое инженерное образование, я не могу просто там позвонить, да-да, приходите, доверять просто так вот мастерам. Нет, я смотрел YouTube, я еще задолго до этого интересовался ремонтом, стройкой, вот там Земского смотрел, мне вот это все очень нравилось. Тебе просто это было интересно? Мне просто это было интересно, потому что, ну, я вот, это техническая дисциплина, я технарь, мне все это интересно. Я смотрел, изучал, восхищался, такой, вау, круто, сколько там всего, как это все сложно, как это все надо вот делать. И когда приехал, по чатам посмотрел, так, мастер спрашивает, а это как делать, а это чего, а инструмент какой? Сталкиваюсь с каким-то непониманием, агрессией даже. Типа, а что такие вопросы задаете? Мы 10 лет работаем, у нас все, мы все хорошо. Я такой, ну, как? В общем, не находил специалистов разных. Пошел в Леруа, купил инструментики какие-то простые, начал что-то делать сам. Балкон, пол, утепление. Угу. Тоже все это сделали там сантехнику, тоже вот это вот все руками стал, потому что ну не могу вот я довериться человеку просто так вот. Давай сделай. Мне вот надо, чтобы я видел, как и чем человек работает, потому что в том же самом IT, как на работу устраиваешься, там прочее, все показывают, портфолио есть, что, как, вот. А здесь просто какие-то картинки, смотришь на них вот издалека, все хорошо, а начинаешь вот в реале смотреть, много нюансов. Вот
стал для себя это все делать. Соседям стал помогать, там, говорит, вот, ты там розеточки там себе сделал, там, еще что-то, о, можешь там нам помочь. Туда-сюда. Первый доход именно от электрики. Вот можешь вспомнить? Сделал что-то себе, там, розеточки поменял, выложил это все в соседи, там, тоже были подписаны. Говорит, о, а можешь мне тоже, у меня тут одна розетка, надо две сделать. Сколько стоит? Ой, я такой даже не цен, ничего не знаю. Такой, ну, что-то там 500 рублей, наверное. Ну, это чисто вот когда вот так вот совсем. Потому что инструмент тогда не было. Ну, были инструменты, опять же, для точечных работ. Стриперы, там, кабелерезы, вот это, чтобы именно соединение, это самое важное, все было сделано круто. Ну, пошел, сделал, написали там отзыв, типа, о, классно, прям день в день, все здорово и недорого. Вот, вот и это. И вот да. дальше. Ты почувствовал? Но... Вот это вот я хочу прям почувствовал вот этот, типа, о. Нет. Не почувствовал. Нет, это было вот больше, так сказать, для фана, просто вот выходной день, вот что-то такое. Как хобби, да, как хобби. Балкончик обычно у людей используется под всякое яко. У кого-то это, знаешь, зона отдыха, а у тебя это вот история дополнительное хранение. Да. Как происходит дальше процесс? Сначала ты сделал соседу розеточку, себе начал делать потихонечку. В какой момент вот нам надо понять, вот произошел этот переломный момент, что ты просыпаешься утром и больше тебе... Скажем так, войти, идти не надо, теперь надо электрикой заниматься. Оля, жена в кухнях работала. Так. Вот. И под кухонный гарнитур нужны дополнительные розетки. Потому что от застройщика там либо не там наляпано, либо мало. А проекты кухонь у всех разные. Вот. Я тогда уже вот как бы тоже себе там сделал это все. Оля как-то говорит, давай попробуем в субботу сделаем розетки клиенту. А вот здесь я, как в передачах про песни, нажимаю вот так вот на кнопку и говорю, Ольга, большая умница, вы вдумайтесь, жена тебе говорит, любимый, давай-ка в субботу пойдем денег вместе заработаем. На мой взгляд, это очень круто и заслуживает уважения. Я такой говорю, ну давай попробуем. Потом еще разочек. С третьего раза я уже купил себе штроборез и дрель алмазного сверления, потому что первые два объекта делал только перфоратором. Ненавижу я этот перфоратор. Вот это вот просто кошмар. Потом еще по чуть-чуть. На самом деле не было такого, что я прям так все. Просто когда уже разошлись по работе, прекратил я уже работать продакт-менеджером вот этой всей истории, я такой посмотрел, у меня, значит, по экономике получается 10, там, 15, 7,5. То есть считал, и такой думаю, а если я сделаю маркетинг себе хороший, то, наверное, у меня даже больше получится, чем я просто на работе в IT зарабатывал, там, грубо говоря, 150. Угу. Вот, я так посчитал, хочу 300. Угу. Значит, мне нужно делать столько объема разного. Стал вести, все показывать от и до, как я что делаю, потому что тоже там маркетинговое образование небольшое есть. И есть закон простой. Люди покупают, когда доверяют, а доверяют, когда проверяют. Вот если вот эту вот свою работу в любую вообще вот эту вот историю упаковать, успех гарантирован. Ну, там еще есть нюансы, связанные с сегментацией, то есть в каком сегменте ты работаешь, что конкретно делаешь. И вот в какой-то момент... Когда уже поток клиентов у меня на неделю был, я такой, буду заниматься этим. Угу. Потому что мне нравятся вот эти вот все инструменты, все, мне вот тактильно, вот это вот все мне вот нравится руками кайфуешь. Работать. Вот прям да. Вот по кайфу. Ну, покажи руки, сними руки его, положи, вытяни вперед. Кстати, руки. Так, смотри. Ну, такие замыленные, скажем нет, так. Грязные. Ну, не грязно, как это? Чуть-чуть. Блин, забыл. Мы работаем это? В перчатках. От строительного материала, знаешь, такое бывает, как будто вот как... Вот про руки тоже да? хотел сказать. Ну, более-менее, на самом деле, более-менее. Ну, потому что мы работаем, и почти заусенцев тут ничего нигде нету. Потому что мы работаем в перчатках, профессиональных. Потому что есть вот строительные обычные перчатки, у меня их нету даже. В них невозможно... А есть профессиональные перчатки, такие тоненькие, с хорошим покрытием. Мы в них работаем. Потому что Оля тоже работает, вместе работаем. А у нее маникюр. Прикиньте, вот это вот самое. Все. Перчатки вот. Обязательно. Вот. Поэтому смотрите на все эти сюжеты. Вот вы просили показать какую-нибудь рабочую профессию. Когда я от тебя письмо получил, мне почему и понравилось, потому что начало письма я вам даже выведу на экран. Был 17 лет айтишником, ушел в электрику, последние 4 года я электрик. Вот, человек работает,
простая работа с точки зрения понимания любого. Если IT это чё-то, какой-то код, какой-то интернет, какой-то хак. В том хак, числе мне вот это вот надоело тем, что вот нету такой вот явной благодарности от людей. Когда вот делаешь сложные вещи, ну, да, кнопочка, а за ней там алгоритм. Угу. Когда в поиске вбиваешь, у тебя автоподстановка, все это сразу выводится тебе там... не понимают вот этого, потому что за этим кроется огромная штука, и это сложно. А здесь все наглядно. То есть вот розетки, соединения, инструмент. И вот именно мне очень понравилась благодарность людей. Когда приходишь, делаешь, все видят все ровно, чисто, аккуратно, все понятно. Это вот, это очень приятно мне стало. Это тоже было одним, наверное, из моментов, что я решил... что я буду продолжать, потому что, ну, думал, что, ну, там, годик, может, там, что-то как-то вот, вдруг там что-то, а оказалось, что это очень приятная работа с точки зрения благодарности от людей, потому что в IT, ну, вот мне, мое, вот как-то вот... Ну, надоело, короче, ну, тебе. Да, и, вот... Может, не то, да, 17 лет тоже проработал и понял, что... Ну, это огромный срок, это, да, да, это да, очень это... много. Это 17 лет, это не год и 7 месяцев. А? Стоп, пойдем на кухню. А я знаю, что вы смотрите выпуски под чашечку чая или кофе. Я же занимаюсь монтажом под чашечку кофе Монтара. Самое кайфовое здесь – это процесс приготовления. Ведь кофе приходит в таких zip-пакетах. Очень ароматное и душистое. Ничем не уступает кофе из кофемашинки. Мне кто-то писал, спрашивал, ведь я в одном из выпусков рассказывал про него детальней. Ну как оно на вкус? Действительно оно такое хорошее, как ты рассказываешь. Что вам мешает заказать и попробовать? Ссылочку на кофе оставлю в описании. Цена более чем доступная. Таким образом, каждый из вас в любой точке нашей страны может заказать себе его с доставочкой. Ждем буквально 15-20 секунд, чтобы оно заварилось. Магия монтажа. Аромат действительно приятный. Монтаж будет повкуснее. Продолжаем. Друзья, знакомьтесь, Ольга. Ольга – жена Виталия, сама ты из Видного, всю жизнь прожила в этих окрестностях. Виталий так говорит, а я москвич, я в Москве. После чего вы познакомились. Я очень сильно просил, чтобы Оля согласилась дать нам небольшой комментарий, потому что общаясь с Виталием, общаясь за кадром, я понимаю, что вот ты та самая вторая половина, которая мужика двигает вперед не просто «иди работай», а вместе с ним. Вместе с ним, потому что где-то ты работала, да, в кухнях, менеджером там по продажам и подкидывала заказы мужу в семью. А на сегодняшний день, вы вдумайтесь, ты вместе с ним ездишь на монтажи. Чем ты занимаешься, что ты делаешь на монтажах? Я общаюсь с клиентами, когда мы приезжаем, мы делаем разметку, поскольку я сама работала дизайнером, для меня это все очень просто. То есть я знаю, где нужно под это, где под это, где под то и прочее. Даю советы дельные вот, заказчикам нашим. Ну, затем мы уже начинаем, Виталий занимается силовой работой, я подготавливаю какие-то материалы, там подрозетники, соединения, в общем, там нюансы свои. Вот. Ну и все, потом я занимаюсь уборкой, замазыванием вот такой, там, штробы и прочее, маска подрозетки. В принципе, я могу практически все уже. Перфоратором работает. Вот, в принципе... Перфоратором, да, может? Да, я и перфоратором... Я, в принципе, наверное, смогу уже все, в принципе, делать. Единственное, бывает, когда там слишком тяжело, конечно... Виталику. Виталий делает, но я потом могу все это доделать. Слушай, ну, ты девушка... Тебе, ну вообще, вот давайте такой прямой вопрос, нахер оно тебе надо, блин? Сидела бы дальше в кухне, бы там кидала бы, вот, есть специалист, надо вам, пожалуйста, сделать, но нет, ты выбрала вариант оттуда уйти, вы работаете реально много. Вот давай, смотри, сейчас скажут, ой, сидят они там, ничего не делают, лодыри. Сколько вы реально работаете в неделю? Ну, на самом деле, по-разному. Зависит, ну, сказать, что здесь какая-то сезонность есть, наверное, нет. Все зависит, наверное, от количества рекламы, которую мы делаем. Какое яркое слово «реклама». Вот здесь я хочу просто дать комментарий, потому что я предвижу. Ну все, понятно, опять заказуха, люди проплатили, поэтому вокруг них сюжет. Нет, абсолютно. Вот я вам объясню. Они находятся на территории пригород Лесного, и там последние 4 года у них огромное количество работы. Вот в начале выпуска был такой фрагмент, послушайте. Со второй очереди, с третьей, с четвертой, с пятой, сейчас тут уже просто работы много.
Теперь вы понимаете, почему мы смеялись и в чем смысл сказанных слов. Они даже за территорию ЖК этого не уезжают, потому что полным-полно работы. Дома строятся, сдаются, люди заезжают, людям нужны узконаправленные услуги. Поэтому думайте, ребята, в каком бы городе вы ни находились по всей нашей стране, почему бы не взять за основу этот опыт? Просто как пример. Реклама, она всегда есть, она помечена, промаркирована, в этом плане вопросов нету. Поэтому здесь впитывайте чужой позитивный, полезный опыт. Сколько они зарабатывают на двоих, далее расскажут. Как ты уже ранее сказал, да, люди напишут, а когда жить? Тоже такие же мысли, в принципе, и у нас уже начали закрадываться, потому что все-таки... Может, конечно, смешно прозвучит, но 40 лет скоро, да? И, в принципе, мы немножечко все-таки решили, да, подвязать, потому что мы вот 2 года живем в этой квартире, мы ничего практически не делали. Просто тупо потому, что некогда. Ну, ты даже об этом не думаешь, потому что даже думать об этом некогда, да, там. Вот. И сейчас мы все-таки, да, решили немножечко оборот избавить, заняться там ремонтом, здоровьем. Купили участок в Кашире, вот. Землячки? Землячки, оказывается. Да, да, да. Ребят, к земле потянуло. А где в Кашире купили? А вот прям как с М4 съезжаешь, дача на озере, поселок, там забыла какая деревня. Ну, в общем, я понял. Прям по прямой, очень нам удобно. Съезжаешь вот справа, прям да? Прям вот съезжаешь его. Видишь, друзья, съезжаешь справа. Да, 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 понял, все, понял. Да, да, да. Так. Вот, уже заборчик поставили, землячки завезли. В общем, вот, как Виталий сказал, планируем весной начать. Каркасничек, да, пока поиграемся, там посмотрим. Все своими руками. Мы вообще все делаем своими руками. Я ничего не хочу сказать плохого в отношении домов и ваших квартир, всех тех, кто живет здесь. Мы говорим исключительно о бытии, о досуге. Ну вот, Ольга отмечает. Выходишь из дома прогуляться, ну посмотрите, по первым кадрам, может быть, кому-то покажется, ну здорово, смотри, лавочки есть, елочки стоят, вроде как расчищено, ну хорошо. А с другой стороны, вокруг нас одни автомобили, вот этот двор еще считается одним из самых больших с точки зрения детских площадок и вот этой свободной прогулочной зоны, а далее все, пригород лесной, нету здесь поблизости никакого парка, каких-то развлекательных мест, каких-то мест, куда можно просто пойти посетить скверов действительно больших. То есть ты выходишь и гуляешь с коляской, сам гуляешь, гуляешь с девушкой, с женой, неважно. Вот вдоль домов. Вот в чем минус. А хочешь поехать в красивое место, пройтись по исторической части какого-либо города, Видное рядышком есть, Домодедово есть, Москва неподалеку. Нужно ехать. А проблема заключается в том, что сейчас ты уедешь, это, подчеркиваю, снегопад. Вечером вернешься и бегай, ищи, куда машину свою поставить. И поэтому, таким образом, это больше становится чем-то типа скворечников. В каком смысле? Птичка улетела, птичка поработала, птичка червячка принесла домой, вот скворечник, поела, спать легла, утром опять улетела. Как вам такое сравнение? Ну, как по-другому? Раскидывает, да, народ все равно мусор. Смотри, казалось бы, да новый тут, дом. Да тут и блюют банка, с этих. Банка, все банка. Все вообще, тут жесть. Короче. Ребята. Да мне кажется, это дом. Везде. Да это везде так. Да, новый, люди старые. Ну вот. Мне частенько пишут люди, что ты нам свою проперженную вторичку хвалишь. Мы уезжаем в новострой, здесь другое. Здесь люди квартиры сами купили. Они сюда приехали, здесь нету никакой реновации, никого сюда здесь не переселяли. Ну, люди купили сами, но люди-то наши. Люди те же самые. Вон, коктейльчик, отрава стоит. Раз. Бутылка пива брошенная, два. И рядом детский самолетик. Вот в этом кадре, мне кажется, прям такая, какая-то атмосфера своя есть. Но людей тоже можно понять. Квартиры в ипотеках, постоянно вот эта езда на работу в Москву или куда-либо еще. Сам смысл, трафик. Ты устаешь дико, тебе хоть как-то хочется выпустить пар. Но некоторые вот в этом деле находят для себя то самое слово «отдых», отдохнуть, расслабиться, забыться. Недавно заходил в «Пятерочку», вот просто рекомендую некоторым людям, вот зайдите, просто посмотрите, в 7 до там, 9 вечера, когда люди возвращаются с работы, я стоял, ждал человека, просто видел, что происходит на кассах. Люди унылые, уставшие, убитые, приходят, водки, бутылку, какой-то салат на закуску или сок,
кто-то берет дешевое, ну, женщина, берет дешевое вино, либо те же самые коктейльчики, пачка сигарет, пачка сосисок. И я понимаю, что, с одной стороны, это, ну, я ни в коем случае это не высмеиваю. Это реалии, это данные. Вот, сходите, посмотрите сами. То есть человек устал с работы, он пришел, взял себе, придет домой, нальет, расслабился, все. И это были будние дни. Это не какая-нибудь пятница, когда типа, тебе завтра не вставать, и можно взять чуть больше, чем ты берешь обычно. Поначалу, когда заезжаешь, я согласен, что, наверное, есть такое чувство праздника, здорово. Но потом, год, два, три, я сколько уже поездил по этим жилым комплексам, во многие приезжаешь, думаю, ну, блин, ну, прикольно, там прикольно. А потом монтируешь выпуск, сам со стороны смотришь, думаешь, ну, и чего. Вот я, например, в баню люблю ездить. Я отсюда до бани, куда я езжу, там я из дома, у меня занимает 35 минут от дома до бани. Здесь бы у меня занимало бы часа 2-3. Потому что возвращаться сюда вечером, здесь такие пробки, кстати, здесь можно 1,5-2 часа реально возвращаться. А все эти истории, что 20-30 минут, да, днем, летом особенно, когда ни ДТП, ничего нет на дороге, это ты вот, в принципе, до Москвы, там, до ближайшей станции метро. Это ты только до станции метро доезжаешь. Дальше машину паркуй, соответственно, за парковку, ну, как вариант, плати, а дальше уже, опять же, ты тут ключевое время тратишь на просто ехать туда, едешь, обратно едешь. А вы сами прекрасно знаете, когда по одной и той же дороге вперед-назад едешь, она уже вот здесь сидит, вот здесь. Кстати, сбрей бороду. Я только вернулся с отпуска, мне только вот идти и стричься, поэтому я понимаю, да, бороду мы в порядок приведем. Когда мы вот сюда переехали, у нас загруз на месяц вперед был. Ну, мы переехали, вот куча трат, нужно денег много зарабатывать. Сейчас вот как раз к этому придем, сколько сейчас получается. Акцент вот сделал я на том, что делать. Не просто электрика, что это такое электрика? Ну, это все как бы. Даже провода там где-то болтаются, что-то прозвучит, электрик как бы. Электромонтаж розеток на кухне. Это сегментация. То есть вот я посмотрел, посчитал объем сколько всего и такой решил, буду только вот это делать. Ну вот именно на старте. Комплексные работы тоже мы делаем, но это комплексные, это совершенно другая история. Здесь все понятно, есть проект, есть размеры, все четко. Комплексная электрика – это вот как разработка сайтов. Вот это вот вся история, там много нюансов, там можно сделать за 50 тысяч, можно за 1,5 миллиона сделать. Ну, то есть это творчество полное. Вот, там берем вот на комплекс только интересные, понятные проекты, и их очень мало, очень мало. А розетки на кухне – это хорошая ниша, хороший сегмент, вот четко. Стал вот... Простой и понятный, правильно? Да, и ты да, уже в нем… Да, именно вот с учетом своего прошлого бэкграунда, когда не надо распыляться, нужно сфокусироваться, делать что-то одно, круто, быстро, качественно. Розетки на кухне выбрал… Поперло прям вообще, вот реально поперло. Но поперло именно вот на самом деле благодаря тому, что вот Оля работала в кухнях, и можно было, так сказать, не искать клиентов, вот много. А она продавала кухню, делаем электрику. Ну, так штук, наверное, сколько, 10, там 20 где-то так сделали. Вот, появился большой пул видео от и до, все четко. Реклама, все, когда сюда переехали, нужно много денег, чтобы потом, ну, ремонт, вот это все, там, мебель, техника. У нас загруз, короче, был по 2 кухни в день на месяц вперед. И мы так работали полгод, наверное. Вот скажи, нон-стопом. Скажи мне, 2 кухни в день на год вперед, одна кухня... На месяц вперед. На месяц вперед. Одна кухня в день, это сколько времени просто занимает реального, рабочего? Вот тут интересно. Вначале у меня это занимало 2 дня. Сейчас у нас, это когда я один, и не было там суперпрофессионального инструмента крутого, который там за меня полработы, грубо говоря, делает. С Олей вместе делаем от часа до 3. Ух ты. Виталь, ну ты прекрасно понимаешь то, что люди сейчас такие, все такие, так, ага, работы на год вперед, чисто на месяц. Ну, на месяц вперед, потом все-таки у тебя и на год, вы поняли. Смысл в другом. График очень плотный. Расскажи нам какую-то выжимку от и до вот, в месяц. Сколько можно зарабатывать в этой нише, вот, чтобы просто было понятно. То есть в реальных цифрах, не перешагивая, конечно, там из серии, не, короче, привирать нам не надо. Давай нам честные цифры. Наверное, даже уже немножко для электриков секрет тоже раскрыл, что нужно что-то делать. Одно, сегментироваться, конкуренты сейчас появятся. Из песни слов не вырвешь. Да.
Если вот говорим именно про нишу и сегмент, да, вот розетки на кухне, потому что можно мне тут прям бирку целую сделать. Вот вдвоем, наверное, максимум можно сделать, ну, 400-500. Это при условии... Да, сейчас все, наверное, в шоке. Что там люди вообще-то... Но это работа на износ. Каждый день, без выходных. Или один день выходной есть. Половина дня выходного. Короче, понедельник, полдня отдыхаешь, а все остальные дни с утра до вечера ты фигачишь. Да. Вот давай так, я просто аудиторию... Но это невозможно долго так делать. То есть это так, вот, я аудиторию знаю. Сейчас люди скажут, это не жизнь. Вот вы там копаетесь в этих розетках, копаетесь, а жить когда? Давай так, если работать, человек хочет 5 дней в неделю, вот там с 10 до 6 вечера, все. Вот при таком раскладе, когда у тебя 2 дня выходных, когда ты каждый третий месяц можешь в Турцию слетать, отдохнуть. Плюс на плюс. Одного, вот так вот, если... Ну, вот ты бы один бы, да, если работал, без жены. Вот именно, опять же, вот ниша такая, да, если все сделано правильно, вот все правильно сделано с точки зрения маркетинга, рекламы, там, продаж, вот эта вся конверсия, там, клиенты и так далее. Наверное, 150. Вот можно делать. На лайте. Это как бы, ну, устаешь, ну, как на лайте, это тяжелая работа, но это не на износ. Вот 150. Но это как бы, когда все остальное сделано правильно и работает как вот система. Если вообще ничего не делать, и чисто по сарафану, ну, думаю, там 80-100 можно. Ну, очень много вот зависит от того, как до этого сделано все правильно. Потому что я же вот на все это смотрю как на такой мини-бизнес, на систему. Не просто там, да, я умею делать там что-то, а вот полностью там лид-генерация, вот эта вся история. Ну, в принципе, 100 можно делать, вот, не особо не напрягаясь, вдвоем вот с Олей 300 можно делать. На двоих. На двоих. На двоих. Вы вдвоем работаете? Да, все. Да, на двоих. Это важно, потому что работа делается в 3 раза быстрее. Это тоже очень важно. Ты мне расскажи, что с ипотекой, когда закрывать будем? Мы пока не торопимся, потому что нас наш платеж не напрягает вообще. Абсолютно. Вот. И мы больше во-первых, мы очень много инвестируем в инструмент. Да, вот кто-то тоже, может быть, посмотрит, скажет, что там 200-300 тысяч. На самом деле зарабатывать можно и 500, и сколько хочешь. Да? Ну, все зависит от рекламы, скорости, количества рук, не кривых желательно, да, которые с тобой работают. Но опять же таки не забываем, что сейчас все эти инструменты, вся эта расходка, это безумно дорого. Безумно. Мы, например, не стали покупать что-то взамен дешевле. Мы как покупали, например, немецкие клеммы Вага, мы так их и покупаем. Раньше они стоили 800, сейчас они стоят там 2000. Цены мы не поднимаем, соответственно, ну, пока плывем по течению такому, что нам хватает, и окей. Потому что уже наступает тот возраст, когда уже задумываешься немножко о другом. Вот фу, так вот, а? Видишь, как красиво сказала. Прям это уже хочется гитару, картошечку, чаек, блин, это сидишь, слушаешь. Смотри, вопрос такой. Если, как показала практика, есть предпринимательская жилка, шевелимся, зарабатываем, не приходила ли в голову мысль, открываешь, например, ИП, создаешь фирмочку, наемные сотрудники, ты сидишь, диспетчер на телефоне, Миша сегодня на дом 5, корпус 6, Леша там, а Виталя старший ездит, контролирует. Угу. То есть что-то типа того, что вы поменьше работаете, но рук становится... Ну, поняла. Да, мы же не договорили про то, как я вообще здесь оказалась, собственно, да, именно в электромонтаже. Виталий, когда начинал там, да, вот эту свою деятельность, когда она уже развилась до тех масштабов, когда ему хотелось бы, чтобы ему уже кто-то помогал, у нас были неоднократно неудачные попытки брать людей в помощники. Угу. Вот, вот с этого момента поподробнее послушайте внимательно. Я уже представляю, что вот ты расскажешь. Ну, как итог, да, у одного там чуть ли не инсульт. Другой делает то, как он делает. То есть ему говоришь, делай так, а он все равно, блин, делает по-своему. Ну, ты на работу пришел, ты... Или реально люди думают, что а если я сюда пришел, делаю, что хочу. Ты же на работу не приходишь в офис, тебе начальник говорит, там, сделай вот так.
Ты же не делаешь по-своему, ты сразу по шапке получил, тебя уволят. Ну, как бы здесь, извините, это такая же работа. Причем не просто работа, а ответственная работа, которая, ну, может быть опасна для жизни, если ты сделаешь что-то не так. Это тоже нужно, да, учитывать. Вот. И по итогу, когда заказов уже стало очень много, мы тоже сидели, мы уже получили ключи от этой квартиры, сидели, и Виталий каждый вечер за ужином говорит: блин, вот что ж мне делать, у меня столько заказов, и кого мы объявления давали, и там что-то пишут, не пишут, никто не при... Короче, в общем, очень сложно найти человека, который вот соответствует, да, и твоему уровню и прочему. Работы нет, люди могут жаловаться, когда говоришь, что вот есть работа, прямое тебе задание, приходят те, кто... Либо хотят тройную цену, да, что-нибудь типа больше плати, нет? Даже не спрашивали про больше плати, они просто тупо не приходят и все. Может, мы, конечно, не в всех местах ищем, я не знаю. Но факт остается фактом, это наш опыт. Вот, и в принципе... Всегда нам нравилось делать что-то, ну, мне всегда нравилось что-то делать руками. Я всю жизнь почти просидела за компьютером, менеджером, вот. Ну, и оно уже себя вот тоже изжило, потому что постоянно эти вот начальники, клиенты, один такой, другой. Это все понятно, люди все разные, там уже и находишь ко всем подход, и внимание уже вообще на это носишь. Но... Ну, а и вот... деньги не всегда те, которые можно здесь взять. Как с налогами? Люди сейчас скажут, типа, а что там, металлисты? Все просто, оформляем самозанятый я, она, приложение, ничего делать не надо, все есть, ИНН есть, и чеки можно выставлять, все это официально, работу сделали, забили, сколько заработали, что сделали, все, чек есть. Кто-то просит, отправляем. Напомню, чтобы вы просто были в курсе, что по самозанятому в год до 2 400 000 рублей на человека. Соответственно, перешагивая эту цифру, вам нужно будет открыть, например, ИП, взять упрощенную систему налогообложения. Ну, а если там у кого-то из вас, там, вы уже приходите к этим цифрам, бухгалтерия, ссылку я на них оставлял, в описании МАКа, у нас спонсор в этом выпуске, бухгалтерия МАКа. Обращайтесь, вас проконсультируют. Ну, а вот сейчас, спустя 4 года, пока не поднадоедает? Ну, я 2 года с ним работаю, вот ровно, ну, там, плюс-минус 2 года. Ну, нет, пока, наверное, нет. Вот единственное, чего я бы хотела на сегодняшний день изменить, это, конечно, я бы хотела отсюда переехать. Ну, потому что я городской житель, я хочу выходить на улицу и... идти, например, там, в парк или пойти на центральную улицу, погулять и прочее. Здесь прогулка вокруг всего ЖК занимает 15 минут, то есть ты выходишь из подъезда, 15 минут ты возвращаешься к подъезду. Ну и ходить гулять среди машин и высотных этих человейников, ну, мне лично удовольствия никакого не доставляет. Да, можно сказать, ну сядь в машину, у тебя же машина есть, сядь, доедь там до того же Царицына там, в парке и погуляй. Но я не хочу. Я не хочу стоять в пробке, чтобы пойти... То есть я должна пойти погулять, чтобы потом простоять в пробке полтора часа, да. Короче. Ну и типа, что за удовольствие такое? Какое-то смутное. Короче, ты бы хотела бы, так сказать, к нам в пропёрженную вторичечку, правильно? Да, да, да. Вот человек сидит сейчас, жалуется. У меня там 20-30 тысяч рублей. Я хочу больше. И не хочу я никуда из своего города уезжать. Что бы ты им посоветовал? В какую сторону посмотреть? Не обязательно электрика. Может, ты как-то по-своему дашь совет? Образование. Учиться. Учиться, учиться, еще раз вот учиться. Это очень важно. Но не заучиваться. Потому что можно уйти не туда немножко. Слишком умным нехорошо тоже быть. Учеба. Это очень важно. Ничего не... Ну, вот все советы банальны, да, вот ничего не бояться и так далее. Но на самом деле любой вот может стать любым. Вот такая вот инфо-цыганская тема, да, потому что... Да для меня, я вот сейчас все равно смотрю на свой опыт, вот прошлое все, вот из IT, вот в электрике. Ну, блин, ну получилось. Получилось же у меня как-то. Значит, я могу... Вот надоест электрика, вот тоже опять в какую-то рутину превратиться, вот... Займусь чем-то другим. Чем, кстати, мы будем дом строить?
Вот, возможно, если получится каркасный дом построить по технологии, ну, все, как я люблю, вот, все прям супер круто. Может быть, если это будет получаться, и мне тоже будет нравиться, может быть, будет стройка, почему нет? Кстати, знаю ребят из Казани, тоже ушли из веб-студии вот это все и занялись стройкой. То есть, это не, на самом деле, это не феномен. Очень многие вот из всяких таких вот айтишных штук сейчас в стройку идут. Особенно вот если руками что-то делать. Сейчас вот... Вообще мир немного меняется, IT меняется, и вот эти все ремонтные истории меняются, инструмент новый, автоматизация, куча всего. Пробовать, пробовать и пробовать и делать. Не жаловаться. Вот зарабатываю 20 тысяч, не знаю там, что делать, а все плохо. Ну, вот на это я ничего не могу писать. А вот тем, кто хочет, типа вот я сейчас так, хотел бы больше... Надо просто пробовать, пробовать, пробовать. Слушай, последний вопрос тебе. Я думаю, будет такой комментарий. Что в ушах? Сережки. Это, ну, как это, страз, бриллиант, стразы? Что это? Или бриллианты? Нет, стразики. Ну, а как это вообще, что значит? Просто понравилось или какое-то движение? Может, ты рокер, там, панк или еще что-то? Это из рэпа пошло. Из рэпа? С детства. А, как у рэперов, да? Да, да, да. С детства рэп любил, но родители не разрешали уши в детстве проколоть. А ты стал взрослым? Да, теперь... стал взрослым и все сделал сам себе. Друзья, видите? Детская мечта. Хотел, сделал. Но тебе, знаешь, вот я тебе так скажу. Бывает так, что люди пытаются какую-то изюминку себе сделать. Тебе нужно поискать какие-нибудь сережки в виде... розеток, например, там что-нибудь молния 220. Знаешь, прикинь, приезжает Виталий электрик. Так смотри, опа, а у него в ушах 220 вольт. На этой позитивной ноте мы с тобой закончим. Спасибо тебе огромное. Нам остается лишь подвести черту для этого выпуска. А выпуск, как мне кажется, получился интересным, мотивационным, душевным, классным, потрясающим. Друзья, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали, ведь дальше вас ждет больше выпусков на разные темы. Если вы хотите принять участие, быть главным героем, вам есть что рассказать, почта моя на экране и в описании к этому видео. Пишите ваши истории, будем договариваться, будем обсуждать. Приглашаю вас написать ваше мнение в комментарии, дать развернутые советы, будьте культурными, пишите так, чтобы это было приятно читать, чтобы вы показали вашу грамотность, вашу воспитанность, ваше уважение к другим людям. Не забывайте, что у меня есть телеграм-канал, куда я выкладываю различные наблюдения и всегда вас приглашаю туда подписаться. Все полезные ссылочки ждут вас в описании. Не добавить, не убавить. До новых встреч. Пока-пока.